Здравствуйте, с вами передача «Дом, сад, огород» и Наталья Джоева. Мы находимся в цветочном магазине по адресу Исаака, 55. Ну вот и наступил 2024, долгожданный Новый год. И, конечно же, многие из нас получили букеты в подарок. А кому не хочется получить букет? Тем более цветы – это воплощение, абсолютное воплощение красоты нашего мира. Ну а если ваши гости отличаются еще и практичностью, то вместо букета срезанных цветов они вам подарили горшечное растение, которое будет жить и развиваться у вас. И некоторые, конечно же, сразу пугаются, тем более если никогда не выращивали цветы самостоятельно. Но не стоит волноваться. Цветы обычно к нам приезжают, прилетают, прибывают из далекой-далекой Голландии. Вы только представьте, какой длинный, трудный путь они совершили. И если они дожили до того, как попали к вам в дом, я думаю, и дальше с ними все будет благополучно. Поэтому пугаться не стоит. Прежде чем начать ухаживать за своим цветком, для начала желательно узнать, как же он называется. Если ваш гость помнит название, то очень хорошо. Если не помнит, то вы, конечно, можете проконсультироваться в цветочном магазине или у знающих людей, или воспользоваться определителями комнатных растений, которых полно на различных интернет-ресурсах. Итак, мы узнали, какое растение нам подарили. Что же делать дальше? А ничего не делать. Вот такой первый совет. Ничего не делать в ближайшие 2, а то и 3 недели. Растению нужно адаптироваться к условиям, в которых он будет жить. Принесли цветок и поставьте его вглубь комнаты. Пока на окно, на подоконник его не выставляйте, пусть потихонечку привыкнет. Почитайте потом, вы вообще нужно его выставлять на окошечко или не стоит. Дальше, через 2 недели уже можно начинать работать с растением. Для начала определитесь, хотите ли вы, чтобы растение росло большим или осталось компактным. Обязательно посмотрите на дно горшка. Если вот как здесь вылезли корешочки, то у вас 2 пути решения. Либо вы растите растение больше, и поэтому вы его пересадите в больший горшок, либо, если хотите сохранить его компактным, то лишние корни просто обрезаете, припудриваете золой, серой или углем активированным. Таблетки, я думаю, есть в любой аптечке. И высаживаете обратно в этот же горшочек. Но очень часто растения начинают терять свою компактность. Почему? Потому что в больших теплицах они выращиваются на химических препаратах, чтобы растение сохранило некоторую такую фигуру свою. Конечно же, когда растения приехали, вот эти химические вещества перестают работать, и растение начинает активно расти во все стороны. И вы должны, конечно же, задуматься, что же делать дальше. Почитайте, любит ли ваше растение свет. Если любит, то при недостатке света оно будет вытягиваться. Если не любит, то солнце обожжет. Поэтому очень внимательно смотрите на такие нюансы. Следующее. Растение, которое вам привезли, подарили, вдруг начинает сбрасывать листья, сбрасывать цветы, если они есть, и вообще выглядит вяленьким. Скорее всего, причина в слишком влажной почве. К сожалению, голландский грунт – это просто в основном торф, который очень хорошо держит воду. И растения очень часто просто перелиты. Плюс вы, как добродушные хозяева, сразу начинаете поливать растения, думая, что делаете ему хорошо. А вот и наоборот. Растения, особенно зимой, нужно поливать крайне-крайне аккуратно. Итак, если вы заметили, что листики отваливаются, желтеют или на них желтые коричневые пятна, скорее всего, у вас перелив. Поэтому вы растение достаете из горшка и осматриваете корешки. Если они влажные, черные, то тогда нужно обрезать эти корни.
обрезать до здоровой светлой ткани и опять же припудрить активированным углем, золой или серой. Дальше высадить в чуть влажный новый грунт, то есть в другую землю. Сверху накрыть полиэтиленовым пакетом, поставить вглубь комнаты и забыть на 2 недели. Вот таким образом растения мы с вами можем спасти. Следующий вариант. С новыми растениями мы можем занести новых друзей в дома. Допустим, если на ваших новых растениях паутинка, то значит там сидит паутинистый клещ. Если коричневые пятнышки, то это щитовка. Если кусочки как будто ваты, то это мучнистый червец. И я не думаю, что такие друзья-соседи нужны вам или вашим старым комнатным растениям. Поэтому свежеподаренные, свежекупленные цветы нужно выдерживать 2 недели в карантине, чтобы понять, есть ли на них какое-то заболевание или есть ли на них какие-нибудь вредители. И вообще все растения 1-2 раза в год обрабатывают для профилактики от вредителей и болезней. Это касается абсолютно всех и новых, и старых растений. Итак, мы с вами выяснили, что ближайшие 2-3 недели после приобретения мы цветок не трогаем. Потом можем пересадить и начать подкармливать. Но к подкормкам тоже нужно относиться осторожно, внимательно читать инструкции на пакетиках. Во время пересадки очень многие стараются сразу же разделить растения. Не стоит, пусть растение вырастет сначала хорошим, большим. Некоторые даже начинают цвести, только если полностью заполнят горшок, как, допустим, азиатская лилия. А азалия совершенно не терпит пересадки, вы ее только загубите. Ну, а если вы уже определились, что за растение вам подарили? Вот, допустим, вот орхидея. Подарили вам орхидею. Смотря на этот красивый цветок, первая мысль, что он очень капризный и сложный в уходе. Но, товарищи, орхидеи в диких условиях растут не только в почве. Они растут и на камнях, и на деревьях, и на скалах. То есть совершенно неприхотливые растения. Они прирастают к какому-нибудь месту, и их корешки так и болтаются в воздухе. Конечно же, растут они у нас в тропиках, и корешки не мерзнут, плюс всегда большая влажность. Отсюда сразу вытекает, что орхидея очень любит повышенную влажность воздуха и совершенно не любит, когда заливают ее корни. Поэтому нужно крайне осторожно ее поливать. Вот обратите внимание, очень хорошо здесь видно, корешочки у нее серебристые. Это значит, что ее пора полить. А если корешочки зеленые, ярко-зеленые, значит поливать пока еще не нужно. Следующее, на что обращаем внимание, на грунт для орхидеи. Орхидею не сажают в почву, ее сажают в кусочки коры, мха, именно так, как она привыкла расти в своих тропических условиях. Итак, орхидею вам подарили, куда же ее поставить? Орхидея очень любит солнышко. Но ни в коем случае не на южном окне. Она любит до 15 часов рассеянного солнца целый день. Поэтому подумайте, где поставить эту красавицу. Дальше обращайте внимание обязательно на ее листочки. Если у вас растение молодое и листья начинают желтеть, это точно перелив. Растение орхидея лучше переносит засуху, чем лишний полив. Ну а если растение большое, уже такое с возрастом, и листочки нижние вдруг желтеют, то это нормально. Так куст себя формирует. Следующее, если у вас орхидея отцвела, то все отцветшие коричневые цветоносы нужно удалять. Но бывает так, что орхидея отцвела, а цветонос остается зеленым. Тогда его нужно оставить. А как же поливают такую красавицу? Это очень интересный способ. Просто полив сверху не годится. Орхидею обычно держат в прозрачном горшке. Потом для нее покупают еще простое кашпо и держат орхидею в нем.
оставляя ее в прозрачном. Вот так. Для полива мы заливаем воду сюда комнатной температуры, вставляем горшок где-то на 15-20 минут. Потом достаем ее, эту воду сливаем. 15-20 минут или даже час стоит у вас орхидея. Опять же лишнюю воду слили и все. И поставили дальше эту красоту стоять. Вот таким образом ухаживают, поливают орхидею. Что касается удобрения орхидеи. Конечно же, растение очень красивое, но мы помним, что оно в природе не растет в земле. Поэтому много удобрений ей не нужно. Для орхидеи нужны специально подобранные удобрения. Там минимальное количество азота, фосфора, калия, чтобы как раз орхидея хорошо себя чувствовала. Что же еще мы можем сделать, чтобы орхидея чувствовала себя хорошо? Орхидеи очень любят свежий воздух, они вообще любят пространство, но терпеть не могут сквозняков. Дальше орхидеи любят влажный воздух, но когда вы опрыскиваете растения, капельки воды не должны попадать на цветы, цветоносы и на внешнюю сторону листа, только на нижнюю сторону листа. Вот какие нюансы. Что касается температуры. Температура где-то до 30 градусов днем, не меньше 18 ночью. При температуре ниже 10 и выше 37 орхидея погибает. Но я думаю, такие температуры у нас дома редко бывают. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Допустим, вам подарили мужское счастье антуриум или женское счастье спатифилум. Как ухаживать за ними? Ну, растения, конечно же, все более-менее одинаковые, но есть небольшие нюансы. Антуриум и спатифилум терпеть не могут застоя воды. Эти растения моментально погибнут, поэтому поливать их нужно крайне аккуратно. Допустим, когда они у вас вырастут большими, и вы будете пересаживать их все время все в больше и больше горшок, каждый раз увеличивая диаметр горшка на 2 сантиметра, то можно сверху грунта посыпать красивую гальку. Она бывает совершенно разных цветов, и это и дизайнерское решение, и это сократит поливы, потому что когда мы сверху на почву выкладываем эту гальку, вода мало испаряется, и нам нужно как раз очень мало поливать эти цветы. У меня у самой большие ведерные горшки есть сверху посыпанные вот такой галькой, и цветы зимой я поливаю раз в месяц или даже реже, и чувствуют они себя прекрасно. Вот эти правила очень хорошо работают как раз и для антуриума, и для спатифилума. Что касается температуры, спатифилум не будет цвести, если зимой его держать при температуре ниже плюс 16 градусов. И не будет иметь красивых больших листьев, если не будет света в достатке. Спатифилум любит хорошее освещение. Антуриум хорошие цветы и листья будет иметь, если его правильно подкармливать. В магазинах огромное количество различных удобрений. Интересуйтесь, вам всегда подскажут, как и чем подкармливать ваших любимцев. Конечно же, такие растения с такой твердой листовой пластинкой можно еще и опрыскивать цветочным воском, чтобы они блестели. Ну и подарок, замечательный подарок, который часто нам дарят, это вот такие колючки, кактусята. Очень многие держат себе коллекции кактусов. И как же ухаживать за этими милыми созданиями? Ну, здесь как раз наоборот. Если хотите, чтобы ваши кактусы зацвели, они должны зимовать в прохладе. То есть при температуре до где-то так 10, 12, 13 градусов. Тогда кактусы закладывают цветочные почки и радуют нас потом цветением. Но если кактусы зимуют в прохладном месте, то их нельзя поливать. Буквально на всю зиму о них забывают. Весной начинают полив буквально с чайной ложечки, постепенно наращивая. Кактусы вообще поливают очень редко.
Где-то раз в полторы недели летом, ну а осенью, весной еще реже. Что касается подкормок, то тоже только специализированными удобрениями для кактусов. Если вы будете поливать кактус простыми удобрениями, которые вы используете для других комнатных растений или даже для огорода, ваш кактус может, грубо говоря, объесться и просто даже лопнуть. Вот до такой степени он раздуется. Если случилась с вашим кактусом такая беда, то место, где он лопнет, нужно будет обработать серой. Она бывает и в цветочных магазинах, и в ветеринарных магазинах. Постепенно это место потом заживет, но, к сожалению, останется рубец. Что касается отношения к свету. Кактусы можно выносить на солнышко, но приучать к солнышку нужно постепенно. Первые несколько недель, притеняя от прямых солнечных лучей, допустим, марлечкой, газеткой, и так они постепенно приучатся. Если все-таки кактус обжегся, то сначала это место становится белесым, а потом появляется коричневое пустое пятно, которое, к сожалению, потом не пропадает. Ну, что касается еще, какие есть нюансы. Кактусы нужно поливать водой на 1-2 градуса теплее, чем комнатная температура, то есть тепленькой водичкой. И раз в 3-4 полива их поливают кислой водичкой. Для этого на литр воды растворяют на кончике ножа совсем немножко лимонной кислоты. И вот эту воду используют для полива вот этих красивых кактусов. Ну, конечно, какие бы цветы вам ни подарили, я думаю, вы останетесь в приятных эмоциях, ухаживая за этими зелеными творениями нашей матушки земли. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. С вами была передача «Дом, сад, огород» и Наталья Джоева. До новых встреч!